Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Торск, улица Просвещения. Давайте смотреть новинки вместе. Посмотрите, какие у нас появились шкатулки. Шкатулки, я так понимаю, деревянные. Здесь даже можно повесить замочек. Вот так она выглядит в открытом виде. Довольно-таки прилично смотрится. Неплохо. За 199. Шкатулка, такой больше даже сундучок. Немного отличаются резьба. Изготовлена в Индии. А здесь с треугольничком. В Индии всегда вот так вот что-то такое необычное. Не нашла я, из чего изготовлено, но на вид это прям дерево-дерево. Как я уже сказала, за 199. Давно уже я не подходила к этому отделу, где все для животных. А здесь оказывается новинка. Расческа-массажер за 77 рублей. Раньше в этом отделе нас радовали новинками, а сейчас ничего не привозят особо. Изготовлена полиэстер и ТПР. Неплохая такая варежка. Здесь на резиночке сверху и на липучке. И проводишь по животному, и волосы собираются. Наверное, будет, мне кажется, неприятно животному. А может и будет приятно. Все желтенькие. Угу. С лапками. За 77. Еще кошелечек. Симпатично смотрится. Здесь на молнии сверху. Прям под цвет моих ногтей. Подкладки внутри нет. Ну и ладно. И есть еще вот такой серого цвета. Еще вот такой красный. Розовый. И получается красный, бежевый. Вернее, розовый, бежевый, красный и серый. 99. Вот еще какие. Смотрите, кошелек тоже. Без подкладки. Зверюшки. Он прям меньше ладони. Маленький кошелечек. Но такой вместительный. За 99. Очень много различных косметичек. Есть и двойные, и такие вот поездку, и такие, и прозрачные, и с шубками, и маленькие. Есть из чего выбрать блестящие. Я купила себе вот такую массажку за 149. Я очень ей довольна, мне понравилось. Так что можно брать. А у нас появились новые массажные щетки, вернее, новые расчески для волос. Смотрите, какие. Есть серебряные. Состав АБС, ТПР и нейлон. Ну, что так симпатичны за 149. Массажер для тела за 77. Можно и для ног, и для рук, и для бедер, и для шеи. Для улучшения воздействия и более легкого скольжения массажер можно использовать вместе с кремом или массажным маслом, а также в душе с гелем или скрабом. За 77, недорого. Такие привозят все разные повязки для волос. Постоянно новые. Вот только недавно я показывала такие. Уже вот такие бантики. А здесь вот такие помпоны. Различные ушки. Что еще у нас здесь есть? Вот ушки. Каких только нет. За 99. Снеска Бол.
Ну, до этого у нас были вот такие, а теперь привезли белые. Когда у нас внучка была маленькая, мне нравилось. Хороший. Ух ты, он здесь даже вон какой. Хорошая игрушка. За 99. Только снег у нас никак не выпадет. Господи, как же красиво придумали. Такая прям елка нарядная. Со всех сторон красивая. А вот эта мишура какая бесподобная. Голографическая. Голографическая очень красиво смотрится. Смотрите, какие книги появились. Веселая логопедия. Щицы, ох-ах. С глазками. Первые слова. Вот такие большие картинки. За 77. Общие тетради, посмотрите, какие интересные. На пружинке. С мишками. Клетка такая, ярко выраженная. Для мальчиков и для девочек. И вот такие без пружинки. 48 листов. Тоже для мальчиков и для девочек. А вот почем? Не знаю, цену я не видела. Не знаю почем. Вот, 96 листов, 55 рублей. Это значит вот эти, наверное. Посмотрите, какие привезли стеганые штанишки, тепленькие. И вот смотрите, есть побольше, 116. И есть такие вот малиновые. За 199, я так думаю, есть побольше, наверное, и поменьше. Тепленькие. А на самом деле они не простеганы, а смотрите, как будто прожжены вот. Это не строчка, а вот как-то вот проклеены, как будто что ли. Хорошие прям. Мне прям очень понравилось. Не тоненькие колготочки и прям за милую душу. И в нашем магазине, значит, есть два цвета. Черный и розовый. Малиновый. Комнатные туфли появились опять. Шлепанцы. За 199. Такое ощущение, что здесь след как будто валенки. На самом деле, конечно, это полиэстер. Интересно сделано. Мне нравится, когда вот так стоят вот на этом месте. Я уже не раз говорила. Вот так мне не нравится, когда лежит вот так. Ногу неудобно засовывать. Надо нагибаться. А вот это прям хлоп туда ногу и порядок. Даже девчонки как-то со мной спорили, типа, что очень удобно. Не знаю, для меня неудобно. Может, я ленивая. Не надо нагнуться, надо там их как-то надевать. А это прям сразу сходу хлоп. Это одно. А другое, у нас так жарко в квартире, что нам вообще нужны шлепанцы. Нет необходимости в них. И вот такой расцветки еще. Размеры разные. Все 100% полиэстер, верх, низ и подошва Эва. И что у нас нового в хозяйственном отделе? Пока ничего не вижу новенького. А здесь в контейнерах, в боксах, вернее, вроде все то же самое. Угу, вот, нашла. Смотрите, какие боксы. Красивые. Контейнер MyBox 6 литров. Изготовлены с полипропилена. Россия. Разные рисунки на клипсах и с крышкой. Смотрите, даже сбоку есть картинки.
Так же, как и здесь, птички. Вот этот симпатичный, прям мне нравится. Красивый контейнер. За 149. А вот смотрите какой. До этого был большой. С такими створками. За 199. Ящик с крышкой. Створками. Неплохо смотрится. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.